Привет, меня зовут Настя. Сегодня мы с тобой выучим хореографию Dark Bee Sorry Mama. Итак, поехали. Так, мы начинаем с начала. Они к своему месту подбегают, прям они там прям прыгают, прыгают. И поэтому у нас первое движение немножко с прыжка получается. И важный момент, конкретно партия того парня, который в центре. У него немножко хореография там будет отличаться от всех остальных. Итак, ручки складываем, мы стоим чуть в бок. Получается, мы немножко спрыгиваем, ну, можно просто такой, типа, шаг сделать. Пам, голову мы чуть опустили, поднимаем, опять опускаем. Замах рукой, голову можно уже оставить. То есть пам, 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 замах. И вот мы спрыгиваем, руки вдоль туловища, и нога вылетает. Так, попробуем сначала 7, 8, пам, та, та, пам, пам. Потом ногу отставляем, руки вот к левой ляжки. Мы, получается, отставляем, пам-пам, и руки у нас идут вниз, и мы немножко так вот качаем. И тоже немного вниз уходим, но совсем чуть, то есть не надо там прям совсем приседать. И сначала попробуем. 7, 8, пам, пам, бам, тыщ, ца-ца, раз, два, три. Мы тоже немного в диагональ стоим, то есть не прямо, а чуть в диагональ. Потом надо сделать шаг левой ногой, и там будет бит, и мы как будто вот отрикошетили, не знаю, стол стоит, мы такие бам и бамс, потом идем вперед с правой ноги, и мы здесь немножко опускаем корпус, то есть мы сделали бам, тыщ, тыщ, и потом мы встаем, и руки вот так через локти бамс, то есть мы, получается, сделали бам, тыщ, тыщ, ноги широко, бамс, потом мы качаем головой наверх и делаем шаг вперед. Шаг вперед мы делаем с наклоном, то есть у нас корпус уходит вниз. Пам, мы руками разводим, как будто делаем замах, и от него отлетаем назад. Итак, пробуем сначала собрать. Получается 7, 8, пам, пам, тыщ. Скинули, ца-ца, тан-дан-дан. Потом бумс, вниз, скинули, голова. Назад, отъезжаем. И дальше у нас ноги здесь вместе, рука идет пам назад, вот как будто вы на ягодицу кладете свою ручку, пам, отворачивайтесь, пам, отворачивайтесь. У нас повернут корпус туда, и теперь нам надо развернуться, развернуться вот так вот. Еще раз, 7, 8, пам, пам, тыщ, и голову опускаем. Потом на слово мы там встаем, и дальше мы отходим назад. Мы вот так вот перекатываемся с ноги на ногу. У нас получается раз, два, три, где-то четыре примерно. И ручки у нас сначала вот так вот мы подзываем, потом у нас получается раз, два, потом на левую ногу мы скидываем, скидываем вот туда, смотрим прям головой, бумс. И следующий шаг, вот получается мы три раза вот это вот сделали, и следующий шаг мы прям можем вылететь. Здесь можно сделать по-разному, потому что они делают в каждую свою сторону, руки, ноги, у них все по-разному, поэтому как вам угодно, но конкретно центровой чувак делает, получается, памс, и он потом на левую ногу вот так прям как бы скачет, то есть он как будто вылетает и тормозит, то есть пам-пам. Итак, попробуем лучше вот с этого всего. 7, 8, пам-пам, вниз, подождали, встаем, раз, два, скинули, вперед, и назад отъехали. И потом начинается другая часть, там другой парень приходит на центр, и вот за него мы теперь будем танцевать. Итак, пойдем дальше. У нас получается дальше удар, ручка идет сюда, кулачок вперед, и мы немножко спрыгиваем на левую ножку, пам, дальше ручки к себе немножко, и потом пальчик вверх, вот так вот, указательный палец, он смотрит вверх. Центровой чувак, то есть получается, все остальные, они просто пускают потом руку, а центровой делает вот так вот. Он прям ее оставляет здесь и немножко даже качает вот так вот. Потом в сторону, то есть мы как будто что-то отбросили, пам, в сторону. Дальше мы перепрыгиваем, пам, пам. И ручки у нас вверх, вниз отсюда, пам, тыщ, тыщ. Так, потом у нас получается ручки идут вот сюда. Мы опять эту, ну, как в начале делаем штучку, то есть раз, потом отодвигаем правую руку, левую вперед, и вместе прям с головой и возвращаем на исходную. У нас получается это вот с такой ногой. Ногу мы просто держим. Раз и два. Потом ногу ставим, мы закрываемся и голову опять отворачиваем. Раскрылись. Ручки вот здесь, то есть мы на одной высоте это делаем. Памс.
Потом у нас идут кулаки. Правая чуть выше, левая чуть ниже. И с этим мы делаем как бы шаг правой ногой. Он прям вылетает вперед. Можно так не делать. Можно, в принципе, остаться примерно на месте. Но имейте в виду, что центровой он прям вылетает вперед. Итак, отсюда пам. Раскрылись. Дальше мы шажочек делаем. Ножку можно подставить вот так вот. Прям можно, ну, как бы топнуть. Можно просто ее аккуратно подставить. И руки у нас прокручиваются вот так вот. У нас правая вылетает туда, мы как будто что-то подкинули. Левая идет вот сюда. И у нас, получается, голова смотрит по направлению руки. Бамс, вот туда прям. Потом руки в диагональ, кулаки. Левая не двигается. И мы распрыгиваемся ца, и потом еще ца. То есть мы отодвигаем пам-пам руку. А ноги у нас могут немножко разъезжаться. Можно, в принципе, распрыгнуться и прям на месте как бы сделать. Это уже как удобно. Итак, попробуем еще раз вот отсюда. 7, 8. Пам, тыщ, вниз, в сторону, ца, ца, раз, и два, закрылись, раскрылись, потом шаг делаем, пам, наверх смотрим, ца, ца. Дальше мы делаем ручки вот так вот, прям бумс, и у нас нога правая шагает, дальше левая шагает, и мы падаем вниз, правая ручка вот здесь вот, левая сзади. Мы ждем некоторое время, потом мы сбрасываем руками, то есть локти поднимаем и как бы сбрасываем. Дальше мы отходим назад, то есть мы вылетели уже вперед, нам надо отойти назад. Отходим назад, там, не знаю, махая как-то, он вот так вот вообще делает. То есть как угодно, главное пафосно сделать. И отходим назад немножко. Попробуем собрать еще раз вот отсюда. 7, 8, пам, тыщ. Не так. Так, попробуем еще раз собрать вот отсюда. 7, 8, па, тыщ, вниз, в сторону, ца, ца, раз, и два, закрылись, раскрылись, ну там с головой да надо, памс, потом па, ба, вверх, тыщ, тыщ, шаг, вниз подождали, сбросили. Отходим немножко назад, дальше ручки у нас получается на пояс. Ноги поворачиваются, пятки. То есть мы на носках поворачиваем ногу раз, потом два. Кто-то поворачивает голову прям вот так вот, кто-то делает, ну, то есть вот так. Не поворачивая голову, просто отводит ее. Уже как угодно делайте, как вам удобно именно. Но центровой он прям поворачивает. И мы, получается, делаем 7-8. Раз, два. Ногу поднимаем, ручки кладем, и на бит мы прям бьем. Еще раз 7-8. Раз, два, три, 4, ножка впереди правая, ручка правая вот сюда кладем, и мы ее вот туда проворачиваем, и голова такая бамс, возвращаем. Дальше мы немножко распрыгиваемся, и после этого у нас идут ручка пам к себе, пам к себе. Итак, попробуем еще раз собрать вот отсюда. 7, 8, пам, тыщ, вниз, в сторону, ца, ца, раз, и два. Закрыли, раскрыли, шажочек делаем, бумс, тыщ, тыщ, шаг, вниз, наверх, ну, в смысле, сбросили, назад немножечко отходим, ца, ца, пам, нога, оп, ручка, потом раз, два, и все, дальше начинается куплет. На этом мы закончим наше сегодняшнее объяснение. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно гляньте предыдущие видео. Всем пока!
Погнали. Погнали. Шаг вправо. Еще. Это было мило. Это было хорошо. Ну еще дубль. Это... И пона, да, у нас получается, когда мы раскрылись, вылетаем немножко вперед, и вот здесь вот мы немножко подбиваем. Мне кажется, я запутала. Або нет. И ставьте. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите предыдущие видео. Да, вот это. Я увидела вот это.